Так, девчонки, предлагаю вам связать сумку а-ля Прада. И вот по запросу в интернете сумка крючком Прада. Я нашла вот такие картинки. То есть вот такая сумочка, вот такая белого цвета. То есть суть в чем? Вот здесь вот фирменный треугольник Прада и вышивка. Но дело в том, что вот этот треугольник однозначно сетку филейного вязания у вас сдвинет. Видите, как здесь? Вот это вот прям показательный такой вариант, насколько здесь криво расположены ячейки. Либо ее как-то натягивать и отпаривать, чтобы она более ровная была, либо еще что-то. В общем, я решила связать эту сумку, вернее, похожую сумку по-своему. Во-первых, я не буду вязать вот этот треугольник, как у всех. Во-вторых, свяжем вот эти столбики так, чтобы они вставали у нас ровно. В-третьих, вот здесь вот у сумки идет шов, то есть вот это боковая сторона и донышко, и вторая боковая сторона, они у этих сумок здесь, я вижу, пришивные. Мы сделаем все от одной нити, все сплошняком. Здесь будут красивые уголки, все будет красиво. И не очень нравятся мне ручки в этой модели. Я решила тоже связать ручки по-своему. Вот такая сумочка желтая. Вот видите, все равно вот эта сетка филейного вязания, она вот здесь вот где-то треугольник, вся перекошенная. Вот такое еще что-то тоже бесформенное вяжут. Вот такое тоже. Ну, вот суть везде вот этот треугольник. Хотите, вывязывайте. Вяжется он очень просто, то есть средняя ячейка сначала заполняется столбиками сплошными, и потом в каждом ряду по одной ячейке с двух сторон прибавляется, и получается вот такой треугольник. То есть по желанию вы потом можете сделать вышивку на этом треугольнике, и у вас будет фирменная сумка. Для вязания нам с вами понадобится полиэфирный шнур карамель Baby. Это у нас шнур толщиной 2 миллиметра, и в одном моточке здесь 200 метров и 150 грамм. В состав входит 80% полиэфир и 20% камешлон. Я буду вязать из вот такого яркого цвета, называется он Мальдивы. У меня 2 моточка, из одного я уже здесь вязала миниатюрку для того, чтобы посмотреть и посчитать все, что мне необходимо, посмотреть, как выглядеть будет изделие, как ложатся столбики, петельки и так далее. Для того, чтобы шнур не перекручивался, советую взять вот такой какой-то лоток, неглубокий и по длине, чтобы у вас входил сюда моточек. И тогда у вас подача ниточки будет всегда в одну сторону, то есть ваша нить не будет перекручиваться, подаваясь с мотка вот таким образом. Вязать я рекомендую крючком 3,5 или 4 миллиметра, в зависимости от того, как вам, насколько вам удобно вязать тем или иным размером крючка. Попробуйте, все зависит от вашей плотности вязания. Также, если вам нужно будет обработать края шнура, то вам пригодится зажигалочка, держите ее под рукой. Большое разнообразие полиэфирных шнуров для вязания, то есть огромное количество оттенков, а также разнообразие в толщинах шнуров, вы найдете на сайте Пряжа Центр РФ. Также на этом сайте вы можете подобрать для себя любые инструменты и аксессуары для вязания. Не забывайте вводить промокод 3086 при оформлении заказа, и вы получите свои 10% скидки. Итак, начинаем вязать. Здесь нам длинный хвостик не нужен, поэтому формируем первую петлю, провязываем ее. Все, первая петля у нас на крючке. Далее я буду вязать 12 воздушных петель, так как ширину своей сумки, то есть вот это дно и боковые стенки, я планирую связать из 12 столбиков. Поэтому сейчас вяжу 12 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. По своему усмотрению, если вы хотите сумку для себя поуже или наоборот пошире, вы вяжете столбиков
меньше, либо больше. Тут количество роли не играет. Какие-то основные моменты вязания этой сумки я вам покажу, вы все поймете. А уже ширину и высоту и длину можете варьировать самостоятельно. Итак, 12 петель у нас провязано. Сейчас я делаю 2 воздушные петли. То есть они у меня будут считаться первым столбиком с накидом. Дальше мы вяжем столбики с накидом вот в эти воздушные петли. Я вот здесь придерживала последнюю петельку, и вот в эту петлю я провязываю первый столбик с накидом. Смотрите, для тех, кто никогда не вязал столбики с накидом, я покажу, как он вяжется прям медленно и подробно. Первая петля у нас находится на крючке. Далее я делаю накид вот так вот вниз крючком. Видите, на крючке появился накид. Здесь мы его придерживаем, заводим крючок вот в эту петлю. У меня был провязан предыдущий столбик. Находим следующую петлю и в нее ныряем крючком. Захватываем рабочую нить, вытаскиваем через петлю крючок. У нас с вами появилось такие почти 3 петли на крючке. То есть первая петля накид и вторая только что провязанная петля. Сейчас мы снова захватываем рабочую нить, протягиваем через одну петлю и через накид 2 петли на крючке. Снова захватываем рабочую нить и провязываем через эти 2 петли. Все таким образом у нас появился столбик с накидом. Таких столбиков нам в этом ряду надо провязать 12 штук. Помним о том, что первые петли, вот эти воздушные петли подъема, мы считаем за столбик. Итак, провязываем 12 столбиков и встречаемся в конце этого ряда. Итак, смотрите, первый ряд провязан. Теперь мы разворачиваем вязание и делаем 2 петли подъема. 1 и 2. Это у нас будет как первый столбик. Далее снова делаем накид. И теперь смотрите, вот у нас пошли, вот тут такие идут поверху косички, это крышечки столбиков, я их называю петлями. То есть если мы посмотрим вот на эту петлю, то в принципе она у нас первая, и по сути у нас один столбик ложный, так сказать, у нас уже есть. Значит, мы после накида вводим не вот в эту петлю, а вот сюда. Вот, запомнили, да? Вот они у нас, 2 косички, 2 дольки косички. И таким образом мы с вами провязываем, получается, вот не в первую дырочку, а во вторую. И смотрите, специально провязала за 2 дольки косички первый столбик для того, чтобы вам показать. Если мы будем вязать вот за эти 2 дольки косички столбики, то у нас получится, что наши столбики не будут ровно стоять друг на другом. Видите, вот столбик, а этот столбик во втором ряду получился где-то между ними. Поэтому я сейчас распускаю этот столбик. То есть для того, чтобы наши столбики располагались друг над дружкой, нам с вами нужно провязать не только вот за эти 2 петли косички, но еще и за перемычку, которая находится под ними. И вот если мы разворачиваем вязание на изнаночную сторону, то эта перемычка у нас будет перед нами. То есть вот здесь спереди, вот она, вот видите, вот они, вот эти перемычки такие, они как раз находятся под вот этими шапочками столбиков. Так вот, нам надо крючок завести под эту перемычку, то есть над крючком у нас должно быть 3 ниточки, 2 дольки косички и вот эта перемычка. Тогда столбик, где-то у меня накид потерялся, тогда наш столбик встанет ровно над столбиком предыдущего ряда. Вот видите, вот один столбик, и этот прямо над ним оказался. Показываю еще раз. Вот она, это у нас перемычка. Вот туда завели крючок, проверили, чтобы 2 дольки косички у нас тоже попали над крючком, и провязываем столбик с накидом. Видите, таким образом они у нас все получаются друг над другом. То есть, захватывая вот эту перемычку под шапкой столбика, мы с вами попадаем в самый центр
столбика предыдущего ряда. Когда мы будем вязать в одну сторону, то есть по кругу, не поворотными рядами, то вот эта перемычка у нас будет с обратной стороны. Там я уже, когда дойдем до того вязания кругового, я покажу вам, где находится перемычка и каким образом провязывать этот столбик. Все, довязываем этот ряд до конца. Итак, смотрите, я провязала 11 столбиков в данный момент, и вот 12 столбик мне надо провязать над теми петлями подъема, которые мы вязали в начале прошлого ряда. И вот здесь старайтесь зацепиться за две тоже ниточки, не за одну. Если вот так вот за одну ухватиться, то может образоваться дырочка не очень красивая. Цепляемся за две дольки косички. Опять я забыла где-то накид. И провязываем столбик с накидом. Вот, смотрите внимательно. Если вот таким образом вы будете вязать, то у вас вот эта сторона всегда будет ровная. Если что-то у вас где-то сдвинется, то край получится неровным. Если вы провязывать столбики будете в других местах. Итак, здесь снова делаем 2 петли подъема, разворачиваем вязание и помним, да, не в первую, а во вторую. Вот он первый столбик, вот второй. Так вот, нам надо вот сюда под перемычку провязываем второй столбик. Третью ищем перемычку, провязали. Вот видите, все столбики друг над дружкой. Таким образом, я планирую связать 30 рядов, то есть мне нужна ширина сумки 30 сантиметров, и это у меня будет донышко, то есть длина донышка, и я свяжу сейчас 30 сантиметров. Но я думаю, что это примерно будет как раз 30 рядов. В общем, сейчас посчитаю, измерю и вам скажу. Я довязала свое донышко. Давайте сейчас вам покажу, сколько у меня получилось. В длину дно будет 30 сантиметров, в ширину примерно 7,5. То есть я повторяю, вы можете вязать ширину и длину донышка по своему желанию. У меня в итоге получилось 30 рядов, и вы помните, я вязала 12 столбиков с накидом в ширину. Теперь начинаем вязать стенки нашей сумочки. Смотрите, для того, чтобы нам опять подняться на высоту ряда, нам необходимо провязать 2 петли подъема. Но сейчас я покажу, как мы их будем провязывать. Есть способы провязывания более хитрые. Я считаю, что тот способ, который я вам покажу сейчас, намного проще и достаточно похож на тот столбик с накидом, который нам необходим. Смотрите, я взяла вот сейчас нитку, обернула вокруг крючка, провязываю одну петлю и еще раз вокруг крючка провязываю вторую петлю. Смотрите, вот столбик получился такой более толстенький, и никто не отличит его от тех столбиков, которые мы вяжем остальные. Смотрите, дальше провязываю одну петлю воздушную для того, чтобы у нас получались ячейки. И вот здесь нахожу между под столбик, да, вот такие вот маленькие петли. Видите, вот здесь вот под столбик, высота столбика. Здесь петля, и здесь вот она, следующая петля. Вот в эти маленькие петли, в которые закреплены столбики, мы с вами будем провязывать в этом первом ряду столбики с накидом. После столбика всегда вяжем воздушную петлю, ищем следующую петельку маленькую, вот она, провязываем столбик с накидом. Снова воздушная петля, накид сделали, находим вот эту маленькую петельку. Все. Таким образом мы с вами провязываем весь ряд
до первого столбика в ширину нашей стеночки. Смотрите, начало одной стеночки у меня уже положено. Я провязала здесь 30 столбиков, сделала воздушную петлю и сейчас перехожу на вязание боковиночки. Здесь у нас был наборный край, поэтому будем здесь вязать за одну перемычку. Придется вязать за одну перемычку. Смотрите, что я делаю. Вот у меня получается предпоследний столбик стенки, и вот здесь вот еще один столбик должен быть. Он будет у нас и первым столбиком боковой стенки, и последним столбиком передней стенки. Я делаю сейчас накид, завожу крючок сзаду вперед, подхватываю петлю и провязываю столбик с накидом. Таким образом, я здесь сформировала этим столбиком уголок, который будет здесь, так скажем, активно выступать и создавать вот этот вот прямой угол. Дальше я вяжу остальные столбики в каждую петлю, но зацепляюсь только за одну перемычку. Это только этот ряд. Делаю я это для того, чтобы здесь у нас по краю точно так же сформировался уголок. Смотрите, когда мы провязываем вот эти вот столбики уголка, можно взять хвостик нити, проложить его вот здесь вот вдоль этого ряда, и он у нас спрячется сам собой внутри под столбиками. Это чтобы облегчить вам потом работу с заправлением хвостиков. Все, мы таким образом довязываем до конца этого ряда. И вот видите, когда мы сумочка будет у нас готова, вот здесь вот будет такой сформированный уголок, подчеркнутый вторыми дольками наборных петель, да? Вот видите вот эту линию, вот она. Все, довязываю этот ряд до конца. Вот они мои 11 столбиков, вот отсюда считаю. Остался 12. Делаю накид, и этот столбик я провязываю, не отсюда крючок завожу, а с обратной стороны. То есть тоже для того, чтобы у нас сформировался вот здесь вот такой отчетливый уголок. Снова делаю петлю подъема и провязываю уже, помните, да, вот в эти маленькие петли, нахожу их между столбиками и провязываю так столбики второй стенки. Все, точно так же мы довязываем до этого места и здесь встречаемся. Я довязала до конца этого ряда. Здесь перепроверьте себя, пересчитайте все столбики с одной и с другой стороны. Конечно же, количество должно быть одинаковым. Одна, вернее, петля подъема. И здесь точно так же, помните, да, я делаю накид и завожу крючок вперед. Подхватываю здесь петельку и провязываю столбик с накидом вот таким образом, для того чтобы здесь сформировать красивый ровный угол. Все остальные столбики здесь мы провязываем, оставляя одну петлю вот этой вот косички нетронутой. Можете провязывать за одну петлю, но это достаточно хлипко. У нас с этой стороны не было такой возможности. А здесь с этой стороны у нас с вами есть с обратной стороны, вот видите, вот две дольки косички, а здесь вот такая за ними перемычка. Вот у каждого столбика она есть. И вот мы с вами можем, чтобы этот край был достаточно крепким, ухватиться за одну дольку косичку и за эту перемычку.
делаю накид, подхватываю их обе и провязываю столбик свой с накидом. Снова накид, нахожу петлю за одну дольку косички и за перемычку сзади. Вот, и видите, точно так же здесь формируется такой красивый аккуратный уголок. Вяжем до конца этого ряда. Смотрите, я провязала сейчас 11 столбиков. Точно так же и с одной стороны, и с другой у нас остается здесь по 12 столбиков. Все это пересчитывайте, не потеряйте где-нибудь. Если один столбик потеряется, у вас уже все изменится. И здесь у меня 12 столбик или первый столбик вот этого, вот этой стороны уже есть. Помните, мы его делали обкручиванием петли? Так вот, смотрите, как теперь соединить ряд. Вот у меня петля последнего столбика провязанного. Я точно так же завожу крючок вот отсюда, подхватываю петлю и провязываю ее. То есть такой вот соединительный столбик, но заведя крючок сзади вперед. И теперь мы снова делаем, значит, обкручивание. Помните, раз обкрутили. Провязали. Тут поправить надо ниточку, думаю. Да, вот так. И еще раз обкрутили, провязали еще одну петлю. Вот он у нас столбик. Такие столбики, я думаю, что вы поймете и запомните сразу же, как они провязываются, и они будут у нас похожими на все остальные, не будут выделяться. Снова я здесь воздушную петлю провязываю для того, чтобы перейти на этот ряд. И теперь давайте покажу, как провязываются все столбики. Теперь вот начиная с этого ряда абсолютно все столбики с накидом. Я делаю накид, нахожу, вот они у меня две дольки косички крышечки петли, ой, крышки столбика. Я поддеваю крючок под них. И с этой стороны там еще есть вот эта перемычка. Мы сейчас ее уже затрагивали, но там мы вязали за одну дольку косички. Сейчас я ее подхвачу. Вот она. Она на самом деле легко подхватывается, просто мне через камеру ее плохо видно. Вот. То есть у нас на крючке должно захватиться вот две дольки косички и вот эта вот нижняя задняя перемычка. Все, вытащили петлю, провязали столбик. Вот только в этом случае у вас крючок будет попадать в центр столбика, и столбики будут располагаться идеально друг над другом. Снова делаю. Вот видите, у меня крючок уже сам туда зашел, туда, куда надо. Вот она, эта перемычка, под нее надо попасть. Когда вы нащупаете и поймете, куда надо заводить крючок, вы это все будете делать на ощупь. Первые столбики проверяйте себя, а потом уже поймете, куда должен входить крючок, и у вас все пойдет быстро и легко. Все, сейчас я вяжу высоту сумочки, доходим до краев, помним, да, вот этот вот столбик провязываем угловой, заводя крючок вот так сзаду вперед, ну и все столбики вяжем в центр столбиков предыдущего ряда. У меня закончился на таком вот этапе первый моток. Сейчас буду раскрывать второй и соединять ниточки. Ну и заодно хочу показать вам, сколько у меня получилось по высоте мой шопер из одного мотка, то есть на каком уровне закончился первый моток. Так, я вот так вот прикладываю сюда линеечку, ну получается где-то 17 сантиметров. Итак, смотрите, первый вариант — это когда мы с вами вяжем столбики все подряд, присоединяем нить и оба хвостика прячем
в ряду. То есть сейчас я покажу, как это сделать. Так, вот у меня провязан первый столбик стеночки, и я распущу последнее, так сказать, провязывание, и подхватываю вот эти вот две петли столбика, которые надо завершить сейчас. Подвожу сюда ниточку новую и провязываю уже новой нитью эти две петельки. Теперь мы оба хвостика вот так прокладываем вдоль ряда. Накид. Ну, как всегда, ищем место, куда мы должны провязать столбик. И так далее. И сейчас вот мы дойдем до следующего уголка. У нас с вами вот эти вот хвостики спрячутся внутри столбиков. Вот видите, да, и с лицевой стороны, и с изнаночной у нас здесь все красиво, все спрятано внутри ряда. Потом, когда мы закончим работу, нам не придется еще тратить время на то, чтобы спрятать эти хвостики. Вот если сильно длинный хвостик, можно тут подрезать, чтобы он внутри оказался. И еще хочу вам показать второй вариант соединения нити. Аккуратно подрезаем хвостик так, чтобы у нас тут не было лишних лохмотьев. С этой стороны также. Вы уже увидели, у меня свечка тут стоит. Подносим краешки шнура к свечке. Правда, тут может получиться темненькое соединение, но оно также надежное, видите, и если оно у нас как раз попадет внутрь столбика, да, так вот закрутится, его никто не увидит. То есть надо будет сейчас сделать так, чтобы это соединение попало в серединку столбика. Итак, угловой столбик у меня тут распустился, я снова его возвращаю на место, провязываю следующие столбики. И смотрите, вот как раз вот в серединку, в центр столбика у меня ушло вот это соединение. Я тут его аккуратно подправила, посмотрите, нигде ничего не видно. И вот так же будет незаметно, и мы с вами надежно соединили два кончика нитей. Нигде ничего не будет болтаться. Дальше мы вяжем все так же, как и вязали. Столбики провязываем в центр столбика предыдущего ряда, то есть под шапочку столбика и под перемычку. Нащупываем там пальцем, куда у нас заходит крючок. Дальше мы вяжем ячейки и встречаемся тогда, когда нам надо будет провязывать ручки. Итак, мой шопер уже не влазит тут в экран, как вы видите, да? То есть пришло, я думаю, время вязать ручки. И сейчас вот в данный момент хочу вам показать, что у меня так по высоте вот эта стенка, вот от этого уголка, то есть там у нас донышко, да, вот от этого уголка 35 сантиметров примерно. То есть ориентируйтесь либо на 35 сантиметров, либо на свою высоту сумочки. Я в данный момент уже отметила места для ручек маркерами. То есть вот отсюда, от уголков, я считала, вот от этого столбика, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьмые столбики от каждого уголка я пометила маркерами. И сейчас мы с вами будем вязать ручки. Итак, смотрите, я остановилась как раз в начале ряда. Сделала здесь соединительную петлю, и для того, чтобы связать сейчас ручки, я буду провязывать вот этот ряд столбики без накида. Если вы посмотрите на картинку тех сумок Prada, которые я вам показывала в начале, то вы увидите, что здесь никаких обвязок нет, сразу идут вот тут ручки начинаются. Но я вам уже сказала, что такие ручки мне
мне очень нравится, и я их вязать не буду. Я буду вязать. Итак, делаем одну петлю подъема, и сейчас в каждую ячейку, затем в каждый столбик будем провязывать столбики без накида. Я надеюсь, вы помните, как они вяжутся. Сейчас мы не делаем накид, как в тех столбиках, которые мы вязали на протяжении всей сумки, а вяжем вот такие коротенькие столбики. Довязываем до маркера. Смотрите, я довязала до того места, где у нас стоит маркер. То есть маркер у меня зацеплен за столбик. И столбик без накида я провязала в столбик с накидом предыдущего ряда. Вот от этого места мы с вами набираем воздушные петли. Я планирую набрать 90 воздушных петель. Сейчас наберу, перепроверю себя и скажу вам точно, сколько петель мы набирать будем для ручек. Итак, смотрите, 90 петель я набрала и сейчас примерила. Ну, то есть, если в руках держать ручку, сумка не будет тащиться по полу с моим ростом, да, и я вполне смогу надеть ее на плечо. Я люблю такие сумочки носить на плече. Поэтому я оставляю 90 воздушных петель. А вы на свое усмотрение можете связать любую длину. Можете покороче сделать, можете подлиннее. Итак, заготовка для ручки у нас готова. Сейчас будем ее привязывать в том месте, где у нас стоит второй маркер. Проверьте, чтобы цепочка у вас не перекрутилась. Я вот как провязала ее, так и держу. Не перекручиваю. Значит, вот здесь находим тот столбик, который у нас с маркером, провязываем в этот столбик без накида. Дальше точно так же вяжем столбики без накида в каждый столбик предыдущего ряда и в каждую ячейку. Смотрите, я довязала столбики без накида до уголка. Здесь смотрите сами, если вы хотите, чтобы здесь край был скругленным, можете вязать просто в предыдущий столбик свой столбик без накида, и у вас будет вот эта окантовочка здесь просто с закруглением. То есть уголок будет идти уже, начнется там, где у вас сетка филейная. А если вы хотите также, чтобы вот здесь был уголок ярко выраженный, то свой столбик без накида также провяжите, как вы вязали, за предыдущий столбик. Но я буду здесь скруглять это место, поэтому я вяжу просто столбик. Все, в каждый столбик провязываю. Далее переходим на вторую сторону и вот здесь вот останавливаемся. Вот я дошла до очередного маркера, то есть это у нас маркеры для ручек с другой стороны сумочки. Провязала столбик в этот столбик, на котором у меня маркер. И сейчас провязываю снова 90 воздушных петель, делаю заготовку для ручки. Смотрите, когда будете провязывать, старайтесь с таким же натяжением доставать вот эти воздушные петельки. Все, затем я подцепляюсь вот здесь, вот в этот столбик, и провязываю столбики без накида вот до этого места. Здесь делаю соединительную петельку. То есть ряд будет закончен. Итак, как вы видите, я закончила первый ряд. Вот что у нас получилось. Вот такая картинка. Сейчас я продолжаю вязать столбиками без накида. И тут делаю я воздушную петлю. Смотрите, дальше можно вязать вот за эти вот
две дольки косички, то есть за крышечки столбиков. Тогда у вас будет все здесь легко вязаться. Это намного проще. В принципе, достаточно плотно все получается. Но если вдруг вы захотите связать более прочный вот это вот место основания, я покажу вам просто, а вы уже сами выберете. Здесь будет немножко сложнее, то есть мы должны попасть в центр вот этого столбика без накида, то есть провязать его в раскол. Вот как мы с вами вязали все столбики с накидом под перемычку, точно так же и вот этот столбик без накида мы заходим крючком прям в самую серединку. Если там с другой стороны посмотреть, там тоже перемычка есть. Вот видите, тогда все эти столбики будут стоять вот так вот друг над другом. Я вам показала, а вы уже в принципе сами выбирайте, как вам больше нравится. В раскол вязать немножечко сложнее. Вот видите, как они встают. А если вы вязать будете за перемычки, за вот эти вот крышечки столбиков, то они у вас будут такие, как в шахматном порядке. Вот. Смотрите, как вам нравится, такой вариант и выбирайте. Я дошла до места, где у нас от сумки отходит ручка. Здесь мы находим три места, куда бы мы провязали столбики без накида вот на этом уголке. То есть один столбик, второй столбик и третий столбик уже в саму косичку. И смотрите, что мы здесь должны сделать. Завожу крючок под первые две дольки косички. Я все-таки под крышечки вяжу столбиков. Вытаскиваю петлю. Завожу крючок под вторые две дольки косички. И вот здесь, где мы с вами будем вязать, так, следующая петля, которая у нас идет уже на ручке. Вот, вот таким образом вот эти все петли сейчас провязываем за один раз. То есть мы сформировали вот здесь вот уголок самой ручки. И дальше я уже провязываю в каждую косичку. Можете ухватываться за две дольки, можете за одну. Имейте в виду, что придется потом еще с обратной стороны точно так же здесь мы будем провязывать внутри. То есть нам еще с этой стороны косички надо будет также захватывать и провязывать вот эти столбики без накидов. Все, вяжем также все по кругу, то есть по ручке сейчас пройдем столбиками без накида. Здесь точно так же последняя петля, вот эта и следующая, провязываем вместе здесь, формируем уголок, провязываем до следующей ручки, формируем уголок, провязываем все петли ручки, там снова формируем уголок и заканчиваем этот ряд. Встречаемся в следующем ряду. Смотрите, я решила вам еще раз показать вот этот уголок. То есть там я показывала вам с этой стороны, да, когда мы переходим от края сумки на ручку. И теперь со стороны ручки хочу показать. Вот у нас остается последняя петля на ручке. Достаем оттуда петлю. Далее заводим крючок вот в этот вот угловой столбик, то есть под крышечку столбика, и в следующий. То есть нам нужно вытащить 3 петельки из трех мест, и вот так вот провязываем этот уголок. Все, дальше вяжем до конца ряда столбики без накида. Видите, как получается ручка. Итак, смотрите, в данный момент у нас провязано два ряда столбиков без накида вот тут по кругу. На ручках у нас одним первым рядом, вернее, была косичка воздушных петель, и вторым рядом ряд столбиков без накида. Вот здесь внутри
у нас пока свободно. Теперь что мы должны сделать? Я с одной стороны уже это провязала, сейчас вам покажу. Теперь мы с вами присоединяем нить, новую ниточку вот здесь. То есть здесь я закончила ряд, здесь можно обрезать ниточку, здесь мы ее заправим красиво, я потом покажу. Вот, и присоединяем новую нить вот здесь, в этом месте. Прячем хвостик там внутри в столбиках и провязываем по кругу два ряда, то есть внутри ручки. Вот таким образом. Здесь точно так же делаем на уголках по 3 петли, для того, чтобы у нас здесь получился вот этот уголок. И в итоге получается вот такая толстенькая ручка. Все, как вы видите, здесь все получилось одинаково. Здесь два ряда, здесь два ряда. То есть сейчас я точно так же здесь обрежу нить, соединю ее и заправлю хвостик нити где-то внутри столбиков. Теперь смотрите, завожу крючок где-то по центру между ручкой. Так, тут сразу хвостик прокладываете внутри ряда, делаю петлю подъема и провязываю столбики без накида до того момента, где у нас начинается ручка. Хвостик сейчас у нас уйдет внутрь столбиков, и нам потом не придется тратить времени на то, чтобы его заправить. Смотрите, вот мы дошли до ручки. Точно так же я здесь из трех мест вывожу петли для того, чтобы сформировать уголок. Так, куда нам тут зайти? Вот, и провязываем все эти петельки за раз. Сформировали уголок. Дальше вяжем столбики без накида по всей ручке вокруг. И смотрите, я здесь подцепляюсь за две перемычки. Можете вязать за одну, как вам понравится. Попробуйте за одну, попробуйте за две, посмотрите, как будет смотреться. Но мне кажется, сейчас если вязать за две, будет поплотнее ручка. Вот, вот таким образом. То есть сейчас провязываю вокруг всей ручки. Здесь формирую точно так же уголок. Здесь мы делаем соединительную петлю, потом петлю подъема на следующий ряд. И еще один ряд провязываем по уголкам. Также формируем по 3 столбика. Все, здесь завершаем ряд соединительной петлей и делаем красивое соединение ряда. Я надеюсь, мой мастер-класс был для вас понятен. У меня получился вот такой шопер. Похоже, не похоже на сумку Prada, судить, наверное, вам. Я, в принципе, не пыталась ничего повторить. Главное, что эта сумочка мне нравится. Я с удовольствием беру ее с собой на прогулки и замечаю заинтересованные взгляды прохожих. То есть сумка нравится не только мне. Уверена, у вас получится такая сумочка. Я объяснила все очень подробно. Помните, что по промокоду 3086 в магазине Пряжа Центр РФ вас ждет скидка 10%. Ну, а у меня на этом все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!